мы театр бы этот обязательно, работу его восстановили. Он не может быть потерян, потому что это достояние нашего народа. Эта труппа, которая сформирована, этот коллектив должен быть. Он должен быть достаточным. И как раз момент это сделать. И все средства, которые вы получите, это будет ваше средство, вашего коллектива. Я вам скажу, как будет не с этого года, а с 22-го года. Вот что вы заработаете вне бюджетом, столько мы вам из бюджета дадим. Когда-то я спортсменам ввел такую норму, клубам и федерациям. Заработали 2 миллиона долларов, 2 миллиона мы им добавим с бюджета. 5 заработали, 5 дадим. Вот мы должны выйти на это равновесие. И у вас будет какое-то желание зарабатывать. Но ваши деньги будут у вас. Давайте сделаем здесь в каждом коллективе просто совет. 3-5 человек, которые будут иметь право с директором распределять эти денежные средства. Они пусть изберут этот совет. И пусть они сами делят эти деньги, которые мы им отдадим. Так должно быть везде. Во всех 29 коллективах. Продумайте эту идею. Это не спонтанно мною высказанное. Но я уверен, что это даст эффект. И даст возможность творческим работникам зарабатывать. Ну, чуть-чуть вас надо вывести на большую самостоятельность, чтобы вы могли зарабатывать.